конечно, Си Цзиньпин обладает влиянием. А иначе почему, собственно, Путин с таким воодушевлением отправляется именно в Пекин? Он же никуда не ездит за границу из целей безопасности. Но в Пекин он доверяет, он на Пекин надеется. Поэтому у него не возникает рефлексии. А я поеду, а у меня самолет уронит. Как я убрал, значит, Пригожина, вот этот Embraer Legacy. Даже если он эти страхи испытывает, он все равно едет, потому что это важный стратегический партнер, он видит его союзником. Китай по-другому на эти вещи смотрит, но тем не менее он едет, потому что понимает, от Китая многое зависит. Вот мы говорим, разделяем экономически, а ведь без этой экономической взаимодействия он хвалится, стоит, говорит, 200 миллиардов у нас уже достиг товарооборот, будет больше. Ну, а, конечно, естественно, он достиг. А с кем еще торговать, если все опоясано санкциями, ограничениями, любыми рестрикциями? И действительно, такого масштаба экономический партнер – это только Китай.